Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы приехали на монтаж навеса. Скат составляет примерно 2 метра. Ширина его 5. Пока вот так вот мы его установили на временке с помощью подпорок двух. И также с помощью двух саморезов прикрепили к балке несущей. Дальше будем выравнивать и уже устанавливать. Ну что, навес мы поставили, закрепились, получается, к фундаменту столбы закрепили с помощью анкеров и вот таких вот уголков. В дальнейшем будет либо закапываться, либо цементировать сверху к балке. Вон там закрепили саморезами кровельными. На столбы закрепили с помощью сварки. Сварку подкрасили. Ну что, закончили монтаж. Прикрутили монолит. Цвет бронза получается. Толщина 4 мм. На ватра. Вот такое чудо получилось. Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы производили монтаж навеса. 2 метра склон и 5 шириной. Устанавливался он на 3 столба 60 на 60. Также там вот крепились мы к балке. Столбы крепили с помощью анкеров. Также там устанавливались на площадку. Сверху крепили на сварку и потом подкрашивали. Перекрывали мы его монолитом, цвет бронза, толщина 4 мм. На этом все, не забываем подписываться и смотреть новые видео.